Я помню, как сейчас, тот первый разговор, на котором, встретившись, было предложено пойти на Олимпийские. Ну что, Олимпийские, полетели! На самом деле, это было очень большим событием лично в моей жизни. Я первый русский рэп-музыкант, который, так сказать, позарился на Олимпийские, и мы сделали это. Была удивительная трансляция на канале, на нашем канале в YouTube, прямая трансляция концерта. И было безумное количество людей вот на этих трибунах. Можно зайти и посмотреть, как было. Это навсегда останется в памяти и в сердце. И у нас есть то, то что дороже денег. Это дороже денег. Верю, это передаст в генах нашим детям. Верю, что они будут так же верить, как мы верим. Это дороже денег. Здесь слова проверяются на теле. Фейку суждено слить и стать пеплом. Правда останется навеки. Я верю. Ради таких переживаний я живу вот, как музыкант, как просто как человек. Это большой, большой праздник был лично для меня. Привет, Олимпийский! Вы супер! Такой успех потрясающий. Дай Бог, чтобы лет через 30 у тебя был такой же большой зал. Спасибо большое. А когда вышел на сцену на последний трек Лев Лещенко и мы показали фигурку, громадную фигурку олимпийского мишки. Сердце дрогнуло и замерло. Принципиальное отличие этого концерта от предыдущего будет заключаться в том, что мы открываем весь Олимпийский. То есть здесь будет находиться 30 тысяч людей. Что касаемо вопроса, почему мы ушли из более комфортных, на первый взгляд, удобных площадок Москвы и выбрали Олимпийский, здесь есть много причин. Основная причина – высокая цена билетов, потому что из этой цены складывалась оплата оборудования, аренда помещения, оплата рекламных площадей и тому подобное. В этом году впервые мы специально сделали стоимость билетов от 350 рублей, чтобы каждый желающий мог позволить себе прийти на концерт и быть частью нашего большого праздника. Мы всегда ставили амбициозные задачи перед собой, задачи невыполнимые, задачи заведомо провальные для наших критиков, для тех людей, которые в нас не верили. Так было с первым «Крокусом», так было с первым «Зеленым театром», так было с первым «Кремлем», так было с первым «Ледовым дворцом» нашим в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем свой путь вот этим, так сказать, безумной идеей с концертом в Олимпийском на 30 тысяч со сценой в 360. То есть здесь, в самом центре Олимпийского, будет стоять крутящаяся подвижная сцена. Все 30 тысяч людей будут с одинаковым комфортом, удобством наблюдать за моим выступлением. Для того, чтобы нам быть, так сказать, визуально еще ближе друг к другу, под потолком Олимпийского будут смонтированы прозрачные экраны, на которых будет транслироваться изображение всего происходящего на сцене. Мы будем использовать 3D-мэппинг на две большие трибуны Олимпийского. Таким образом, каждый из тех, кто придет на наш концерт, каждый из наших гостей будет участником большого светового представления. Мы ждем каждого из наших людей. Приходите к нам, поддержите это интересное движение. Это будет историческое событие. 22 апреля в Олимпийском концерт. Вася Вакуленко. Под грустную музыку ухожу.
Я играю на невидимой гитаре. Милючок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банальная и не талантлива, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот под 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой, в мой класс она зашла. И сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелой удала пулю. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь с Юлию. И вот я словно тень плетусь за Юлей, амурных любик, а подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит Юля. Любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл и спел. К черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе. Весь болезненный, потерял весь и килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля. И мы с ним кровные враги, Юля. Потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Я перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитарка, бас, барабаны, старый актовый зал. Заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. Что репетиции и перед тобой пою, как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств. Но на всю жизнь я заучил эти четверостишья наизусть. Ты так и не узнала, что и тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них. Хит всех выпускных. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Давай! И пусть звучат они все.